вечер, дорогие друзья. Мы приветствуем всех телезрителей канала «Беларусь-4» и предлагаем провести это время вместе с нами. И на то есть несколько причин. Одна из них и самая важная. Интересный вечер сегодня мы вам обещаем. Кроме того, сегодня вы получите много интересной информации о полезных продуктах. И советы о том, как продуктами этим воспользоваться, чтобы быть красивыми и здоровыми. Сейчас можно найти много версий самых полезных продуктов питания, в их числе яблоки, чеснок, рыба и многое другое. Но отдельную позицию занимает мед и продукты пчеловодства. Все о меде и его полезных свойствах говорим мы сегодня. Уж сколько сказано про мед, а разговоры все не прекращаются, и этому есть свое логическое объяснение. Мед хорош со всех сторон, и в любой сфере, как ни крути, мед может пригодиться. Но все-таки он сладкий, вкусный, из него получаются вкусные медовые пироги, да и просто к чаю незаменимая вещь. Соглашусь с тобой. Уважаемые зрители, это программа «Добрый вечер». Сегодня мы говорим о меде и его полезных свойствах. Ну а в гостях у нас с удовольствием спешим вам представить ведущий зоотехник отдела паразитологии и болезни пчел Гомельской областной ветеринарной лаборатории Арсений Федорович Даниченко. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. И директор фермерского хозяйства Руслан Владимирович Жалый. Добрый вечер. Добрый вечер. Вопросов к нашим гостям огромное множество. Если честно, я растерялся, с чего же начать. Самый простой вопрос, что же такое мед и где он применяется. Но это был бы очень общий вопрос, поэтому давай разобьем на детали. Да, да. У нас первый вопрос, Арсений Федорович. Процесс появления такого продукта, как мед, он довольно сложный, трудоемкий. Расскажите, вот кто сейчас в Гомельской области занимается производством меда? Это, наверное, и фермеры, и сельхозпредприятия. В Гомельской области занимаются и фермеры, и есть у нас на сельхозпредприятиях очень много пасек. У нас 81 пасека по области. Хотелось бы больше, раньше их было больше, но пока восстанавливаем, поднимаем до советского уровня, тогда было больше их. Есть фермерское хозяйство. Фермерских хозяйств в районе 300 семей. В сельхозпредприятиях 3600 на сегодняшний момент. Ну и лесхозы. В лесхозах у нас 850 пчелосемей сейчас. Вот. Есть практически в каждом лесхозе. Вы сказали такое интересное понятие пчелосемьи. Что такое пчелосемья? Ну, пчелосемья это целое пчелиное государство получается? Нет, это именно семья, это единое целое. У них пчели такое понятие применимо, как коллективный разум. То есть она действует всегда вместе. То есть каждая пчела знает, что делать для того, чтобы семья существовала. То есть и охраняют, и кормят личинок заготовкой меда, микроклимат в гнезде поддерживают. Ну, продолжая тему единого организма, каждый занят чем, каждый знает, что он делает, какой фронт работ на нем. Недаром же существует поговорка «трудится аки пчела». Но кроме обычных пчел-тружеников, там есть еще и трудни. Вот объясните, для чего они? Ну, трутни в основном предназначены для оплодотворения маток. Но в то же время, и это из моей практики, и сейчас по последним исследованиям, они тоже, это незаменимая часть семьи летом. На зиму их, к сожалению, изгоняют. Потому как прокормить он не так нужен ранней весной. А если точнее, он ранней весной не нужен, если в семье все в порядке, там плодная матка находится и здоровая семья. Это основное его предназначение. Ну вот, если говорить о пчеловодстве, с 2011 года у нас действовала программа Минлесхоза по развитию пчеловодства. Она была 5-летняя, и, насколько я знаю, какие-то есть уже результаты. И будет продолжение этой программы? Есть программа и у Минлесхоза, и Минсельхозпрода тоже была программа. Она выполняется. По наращиванию пчелосемей лесхоз, они планируют довести пасеки до 70 пчелосемей каждая, в каждом лесхозе. Это какой-то стандарт такой? 70 пчелосемей – это нагрузка на пчеловода, принятая по нашему законодательству. Ну и дальнейшие какие-то планы вот реализации этих программ, к чему мы должны прийти? То есть мы будем медовая республика? Мы должны прийти к большему поступлению меда, к нам на прилавок нашего настоящего качественного меда.
Я уверен, что мед из наших широт не исчезнет никогда, потому что по количеству, сколько у нас лугов с луговыми цветами, сколько у нас липовых рощ и прочей растительности, то пчелам есть где разгуляться и из чего делать мед. Ну, пчелам хотелось бы больше, чтобы они могли разгуляться. Такой вопрос у меня к вам. Есть у нас и пчеловодство, и фермеры, и представители лесхозов. И те занимаются пчелами. Вот скажите, делится ли как-то, идет ли какой-то обмен опытом? Да, делится. Происходят семинары областные, между собой они в большинстве случаев знакомы. Самое распространенное это то, что у нас, опять-таки, практически каждый пасечник, тот, который работает пасечником, человек, он имеет дома пчелосемьи. К нему обращаются частники, между собой они общаются, между сельхозами, на кочевках встречаются. Это все общение, это все обмен опытом происходит. А есть ли данные, сколько наша Гомельская область, вот в целом брать, собрала меда за 2015 год? И как-то мы это все подсчитываем? И если да, то какие планы на 2016 год? Так, ну, по сельхозпредприятиям собрали чуть больше 30 тонн. Так как у нас северные районы немножко подпалило солнышко, это всем известно, вот, получилось немножко меньше. Там в среднем 9,6-9,8 на пчелосемью медосбор получился. По лесхозам там тоже 9,6 где-то получилось. Было, если не ошибаюсь, 7 тонн меда. В этом году у них план в районе 16 тонн. То есть увеличить пчелопасеки. 7 сразу до 16. Ну, вот такие планы у них. Кстати, а от чего зависит, скажем так, урожайность меда? От настроения пчел или от цветения садов? Есть Может ли быть, погодные условия, факторы, вот вы говорили, засуха была в северных районах. От всего того, что вы назвали. Mm-hmm. От здоровья семьи, от опыта пчеловода, от того, как они перезимовали. Пчелный сезон практически начинается с осени. То есть как их подготовили к зиму, как они смогли перезимовать, в том числе от зимы. Вот эта зима была по-своему тяжелая, потому что не было стабильной температуры, были перепады, было много влажности. Пчелосемьи поздно выращивали расплод. Поэтому ну, были немножко так для пчеловодов забот побольше. Здоровые пчелосемьи, это их профилактика заболеваний. В первую очередь это воротоз, клещевое заболевание, которое у нас начало развиваться в конце 70-х годов. И тогда очень такое было плачевное состояние, то есть погибали целые пасеки. Тогда ни препаратов, ничего не было. Ну и плюс, конечно, медоносы. Медоносы, погодные условия. То есть когда происходит цветение, до этого, чтобы были ночи теплые. То есть очень много факторов. От чего зависит качество меда? Вот мы видим, у нас на столиках стоит мед. Мед мы получили, выгнали. Разные консистенции, разного цвета, разной прозрачности. В чем дело? В чем фокус? Или это пчелы сами знают, когда, чего им, какой мед, из чего делать? Ну, различается в первую очередь от тех растений, с которых он собирался. Вот в данном случае мед это весенний, и тот, это оба майский мед. Ну, просто что собран в разных медоносных угодьях. Прозрачно. Это что здесь в основе? Это какие-то будет в основном разнотравье, также акация, малина. Ну, по большей части луговое и лесное разнотравье. Вот этот, который уже закристаллизовался, то есть сел, это рапсовый мед будет. Но он также будет не в чистом виде рапсовый, в нем будет еще примесь василька. Ну, и вот рапс именно способствует тому, что он очень быстро кристаллизуется. Буквально после откатки, где-то недели две, он уже садится полностью. Арсений Федорович, вы как специалист, вы можете определить, вот насколько мед хорош? Нет, мед, насколько он хорош, это на глаз вы практически... Практически очень, на глаз зрелость можно. Если он там будет, извините меня, ярко ядовито-лимонного там, или ядовито-оранжевого цвета, то это уже вызовет подозрение. Это не натурального вида цвет меда, да? Да. А скажите, я как-то видела зеленый мед. Цветов. Это что-то такое... Ну, с зеленинкой бывает васильковый. Он на просвет с зеленинкой, но не зеленый. И одуванчик тоже. И одуванчик может быть. Зеленоватый. То есть опытный пчеловод, вот внешне посмотрев на мед, в принципе, может определить, хороший он или нет. По цвету, действительно. Ну, это все равно такая, так, по органолептике это очень условно.
Ну, а если вот говорить опять по показателям, данные как среднеотраслевой показатель по выходу товарного меда на одну пчелосемью в год. Сколько он составляет в Гомельской области? Ну, до прошлого года это были 12 килограмм, 13 килограмм, каждый год новый, до 15 килограмм. Опять-таки, зависит от медоносных условий, от погодных условий. Есть пасеки, которые дают практически регулярно по 35 килограмм на пчелосемью. Это у нас пасека в заповеднике находится. Там мед весь, можно сказать, как дикий. Там все с разнотравия. Лесное разнотравие – это и крушины, и рябина. Ну вот мы получили мед, и наше хозяйство надо как-то реализовывать. Как мы продаем мед? На каких-то ярмарках, торговые точки у нас есть. Понятное дело, что желающих приобрести мед и в профилактических, выздоровительных целях, и просто ну, есть кто-то, их большинство, те, кто любит мед. Но где-то приобрести надо. Маловажно качественный, чтобы... Конечно, естественно, где-то ну, в непонятной торговой точке, непонятно в каких условиях приобретать его не станешь, потому что рискуешь купить кота в мешке. Во-первых, если вы где-то приобретаете, не в магазине мед. У нас есть магазин пчеловодства, где закупают мед. У нас два этих магазина. Закупают и продают мед. Они закупают при наличии документов. То есть это документы, подтверждающие о том, что пасека здорова. И само исследование партии меда, которое сдается. Плюс там покупается именно на крестьянской. Именно мед стараются покупать наших пчеловодов. То есть всегда говорится, полезнее те продукты, которые растут там, где вы живете. Что касается в магазине мед, опять-таки, у них должны присутствовать документы на исследование на мед. Ну и в любом случае вызовет подозрение, если, допустим, вы смотрите на этикетке, что меда уже 1,5-2 года, а он в таком вот жидком виде, как вот справа баночка от меня. Угу. То есть это уже могут возникнуть подозрения. Мед практически весь садится, потому что, ну, это естественное его состояние. В сотах он сохраняется дольше, а после откачки, когда идет центрифугирование, он общается с воздухом. За счет этого его осадка становится более быстрая. То есть мы можем говорить спокойно о хорошем, высоком качестве меда от наших производителей. У нас есть лаборатории, которые проверяют, да. Правильно? Ну, лаборатория – это одно. Главное, чтобы были здоровы пчелы. И от здоровых пчел, которые питаются на здоровых угодьях, получается нормальный здоровый мед. Совершенно верно. Вот, вы знаете, хотелось бы затронуть такую тему в нашей беседе. Вот породы коров мы знаем достаточно много. Во всяком случае, я изучал эту тему. Разделяются ли пчелы по породам? Потому что, например, я знаю только о домашних и диких. Существуют ли какие-то породы пчел, которые производят тот или иной мед? Вот как раз-то о домашних и диких пчел у нас нет. А те, которые просто в свободных полях живут? Те же самые пчелы, просто они живут у нас в более комфортных условиях. А может, ну его пчеловод иногда грабит, можно сказать, забирает мед. Но взамен дает ей кров, обеспечивает ее здоровье, борясь с тем же клещом. То есть возможность куда слаживать мед, к медоносам подвозит. То есть это такой вот тандем между пчелой друзья, и пчеловодом. Друзья, вот продолжая начатую тему разговора, вот мы уже заговорили о том, как ухаживать за пчелами. Все-таки для того, чтобы получить хороший мед, нужно и пчелам что-то от себя взамен отдать. Это качественные уходы, причем на протяжении года. И что-то мне подсказывает, что уход за пчелами будет похлопотнее, чем за любыми другими домашними животными. Безусловно, как бы труд очень тяжелый, приходится постоянно с ними работать, переносить тяжести. Иногда работать и ночью, если перевозить с места на место, кочевать. Ну, то есть постоянно в движении, летом выходных не бывает. Ну, вот скажите сразу, пчелы – существа капризные? Очень капризные. Он как бы из всех отраслей сельского хозяйства, пчеловодство одно из самых сложных считается. И при том определить, в каком настроении вы не всегда определите, пока их нет. Да, очень сложная у них структура. Да, не нужно забывать, что у пчелы есть жало, которым она может жестоко наказать. Я их боюсь. Нужно еще уметь с ними работать аккуратно, желательно. Общаться, найти общий язык с пчелами. Не пить, не курить, они не любят посторонние запахи.
Поэтому... А у вас есть страх, вот когда вы работаете с пчелами? Нет, страха у меня нет, потому что уже пчеловод в третьем поколении, как бы с детства они меня кусали, с пеленок, поэтому страха нет уже иммунитет никакого. Иммунитет у вас выработался. Да. Ну вот, а я Руслану хотел только задать вопрос. Помните ли тот возраст, когда вы поняли, что пчелы – это ваши, скажем так, родственные души? Возраст? Не знаю. Ну, это, наверное, с младенчества, Александр. Да, наверное, с детских лет, когда первый раз начали кусать. Ну хорошо, вот давайте поговорим о том, чтобы, например, пчелы ушли в зимовку, да, чтобы она хорошо перезимовала пчела. Надо какие-то, видимо, до этого выполнить работы специальные, чтобы на следующий год пчела и семья продолжала жить, продолжала приносить мед. Что вот есть необходимое, что нужно проводить, чтобы жила пчела-семья? Ну, в первую очередь, после последнего отбора меда сразу проводится обработка от клеща воротуз. Проводится она различными препаратами. Они у нас продаются, есть всегда в свободном доступе. Кто хочет более экологичную иметь продукцию, те обрабатывают кислотами. На Западе есть, в некоторых странах, в Норвегии вообще запрещено применение синтетических перитроидов. Амитраза по всей Европе запрещена. То, ну, это как-то влияет на продукт, получается? Или это влияет на пчелу? Там дозы очень такие минимальные, но тем не менее. Вот, то есть они проверяют остатки синтетических перитроидов, там полностью работают с кислотами. Но с кислотами есть свои, там это есть заботы больше, то есть это больше работ. Кислоты влияют на маток, то есть матка она одна в семье. Ну, а какие условия? То есть это обработка от клеща различными, это уже отдельная тема разговора. Плюс обеспечение возможности нарастить. То есть если нет взятка поступления нектара пчелам, то есть их уже подкармливают потихоньку, чтобы матка могла восстановить яйцекладку, так как когда во время медосбора пчелы бывает ее ограничивают в этом, нарастить объем семьи. Но и обеспечить ее кормовыми запасами. Вот для этого зачастую применяется сахар. Почему сахар? Потому что мед вот с крестоцветных, такие как рапс, масличная редька, они быстро кристаллизуются. Осенью бывает падь, особенно по нашим южным районам, туда вот к Полесью. Этот мед надо заменить, потому что он не пригоден пчелам в пищу. То есть для человека он очень полезен. Там много минералов, всего в паде, но пчела не может перезимовать на нем. Поэтому заменяется сахаром из расчета, чтобы было как минимум 2 килограмма корма в каждой рамке. Если брать Гомельскую область, у нас какие основные медосборы? Вот рапс, не знаю, может быть, малина, там еще что-то? Ну, основной медосбор у нас последние годы был рапс. Сейчас тоже это рапс, акация. Потом идет рябина, дерево рябина по лесам, крушина, малина. Лесная малина, домашняя малина. Потом уже идет там гречка, масличная редька, ну и болото. Там различные разнотравья уже, луговые разнотравья. Специалисты, которые занимаются медом. Понятно, вот у нас сидит Руслан, он третье поколение пчеловод. Вот я об этом тоже задумался. Да. Где же взращиваются специалисты? Есть вот у нас агрономов, институты. Мы знаем, где готовят агрономов, еще каких-то сотрудников для сельхозпредприятий. Но вот пчеловоды. Я так понимаю, что здесь или нужно быть потомственным пчеловодом, или где-то все-таки можно приобрести эту профессию? Можно приобрести эту профессию. Это Смиловичский аграрный колледж. Но с прошлого года он, к сожалению, только заочное отделение зоотехник-пчеловод. Вот. Организуются периодические курсы по пчеловодству. Ну, конечно, образование колледжа – это все-таки лучше. Также у нас проводится третий год вот, уже подряд конкурс молодых пчеловодов, поэтому кто из пчеловодов слушает передачу, могут ко мне обращаться. Дети до 14 лет, даже до 16 не принимают участие у нас в внутреннем конкурсе, а до 14 выезжают на международные конкурсы. Выступали в Польше, они там были, ну не в призовых местах, но в десятке, и в Чехословакии. То есть у нас есть перспективы роста?
дальнейшего. Вот этого и касается мой вопрос. Дети наши пчеловодов. Расскажите, вот на ваш взгляд, как вы считаете, дальнейшее развитие пчеловодства у нас в стране, насколько вот мы будем продвигаться в этом, если у нас уже есть учебное заведение, где мы можем обучать пчеловодству? У нас это заведение одно из лучших было в Советском Союзе. Это было второе учебное заведение по Советскому Союзу, вообще по пчеловодству. Ну как, развивать надо дальше. То есть у нас базы хватает? Я имею в виду именно при сельхозпредприятиях люди занимаются, семьи занимаются. То есть если мы будем обмениваться опытом... Да, у нас и частное опытом... пчеловодство развито, ну постепенно будем дальше развиваться. То есть далеко не секрет, были у нас 90-е, пострадал весь бывший Советский Союз. Вот, теперь все это налаживаем, настраиваем. Я предлагаю вот о чем поговорить. У нас на столах и мед стоит, и огромное множество каких-то, ну, например, неведомых мне приборов и приспособлений. Я думаю, что пора раскрывать все карты и тайны. Что же сегодня у нас находится в студии? Руслан, рассказывайте. По порядку все. Ну, по порядку. Ну, мед мы, собственно, уже посмотрели. Еще такой очень важный продукт в пчеловодстве, как пыльца есть. Вот он представляет из себя гранулы, такие разноцветные немножко. Сколько здесь собрано пыльцы и с каких площадей, сколько здесь, скажем так, тысяч цветов? Это неизвестно, то есть или сотен тысяч. Она разноцветная, поэтому оно видно, что с каждого растения свой цвет получается. И аромат необычный. И аромат, да, аромат как бы смешанный такой растительный. Собирается с помощью пыльцоловителей, вот они. И две конструкции, они устанавливаются при входе в улей на литок. И пчела, когда проходит через вот эту вот решетку пыльцоловителя... То есть то, что они собирают на лапке, оно остается где-то здесь? Да, да. Она когда проходит через дырочку, она ее теряет и попадает она в ящичек вот в этот. Ну, впоследствии уже это собирается вечером и определенным образом высушивается. Ну, за день сильная семья может насобирать практически вот полный отсек. Это сильная семья. Сильная семья – это сколько, если можно так выразиться, голов пчел? Или крыльев? Или жал? Голов в среднем, наверное, около 1100 будет примерно. Руслан, тогда вот мы ее собрали, эту пыльцу. Как дальше она используется? Для чего она используется? Как человек распоряжается уже тем, что собрали пчелы? Польза в основном в том, что в ней содержится более 240 различных микроэлементов и витаминов. Применяется она в основном натощак за полчаса до еды. Взрослая доза – это примерно где-то десертная ложка. Рассасывается, желательно не запивать, а рассасывать ее под языком, чтобы для более полного усвоения. То есть это даже какая-то профилактика можно, как иммунитет, укрепление? Да, иммунитета идет. Там очень большой спектр, это можно почитать, то есть в литературе. Основной, да, как профилактика авитаминоза. Также она повышает работоспособность, различные очень действия на организм оказывает. В основном как биостимулятор, то есть активизирует многие процессы в организме. Вот хочется опять вернуться к меду. Смотрю я на этот мед и хочется его попробовать, Александр, Татьяна, во-первых. Татьяна, так попробуйте же. Не откладывайте этот момент. Руслан, я знаю, что есть 20 сортов меда. Чем они отличаются? Ну, это во всяком случае мы с Татьяной перед эфиром только насчитали. Насчитали, да, то, что мы насчитали. А сколько вообще, вот, может быть, у вас производится сортов меда? Ну, сортов, в принципе, существует огромное количество, по сути, столько же, сколько и растений. Но в основном в нашей зоне это по большей части будет луговое разнотравье, лесное разнотравье. То есть мед подразделяется на монофлерный и полифлерный. То есть монофлерный – это с одной культуры собранный, а полифлерный – это с различных культур. Ну, сложно собрать мед именно с одной культуры, потому что продуктивная работа пчел – это примерно 2 километра в радиусе. По хорошей погоде – около 4. Поэтому... Вот это вот мед, как, напомните мне, это… Вот это будет рапсовый. Рапсовый мед. Да, но он, то есть они стояли на посеве рапса, но будет в примеси еще василек. Потому что рапс уже начал цветать, и пошел василек, и они переключились с рапса на василек, поэтому немножко... То есть пчелы сами прекрасно знают, на какие цветы им нужно лететь. Да, да. Отчасти они тоже ленятся и летят на те цветы, которые больше выделяют. Вы знаете, а не на те, которые хочет пчеловод, чтобы они собирали. О чем хотелось бы еще поговорить. Вот никто не станет умалять достоинства алтайского меда и меда тех регионов. Но все-таки хотелось бы что-то сказать в защиту меда, который произрастает в наших широтах. Что можете сказать? Ну, могу посоветовать покупать, конечно, лучше наш мед. Потому что тот же алтайский, не факт, что он на самом деле алтайский. Если человек его продает в тюбетейке, то это еще не говорит о том, что это мед из Алтая.
Руслан, ну вот хочу поделиться. Я попробовала мед, вкусный. Вот я спрашивала, на взгляд можно ли определить, насколько качественный. А на вкус? Вот каким должен быть мед на вкус? Кто-то говорит, что вот он должен горчить. Вот обычно покупатели, когда выбирают пробуют, на многочисленных ярмарках. Пробуют, чтобы была горчинка. Это о чем говорит? То есть, ну, мне не горчит, я не знаю, мне сладко. Не все сорта меда горчат, некоторые вообще не горчат. Ну, вот гречиха, допустим, она явно выраженная горечь. Но, опять же, еще зависит от человека, может быть, от слизистой оболочки. Кто-то чувствует, кто-то не чувствует эту горечь. Ну, вот то скажите, есть, естественно, зависит от сорта. Но он, в принципе, не горчит, но некоторые он чувствуют. Он должен немножко пощипывать в горле. Ну, в горле пощипывает. Да, и оставаться после вкусия восковое в горле через некоторое время. Не сразу, вот через некоторое время. Вы знаете, одно из моих самых любимых лакомств в детстве, ну, не только в моем детстве, у любого ребенка, это вот такой вот мед в сотах. Расскажите, в чем же его фишка и, ну, вот почему некоторые виды сорта меда продаются именно в сотах? Ну, по сути, любой сорт меда можно... Кроме того, что это эстетическое удовольствие для глаза, это очень красиво и очень дорого. Потому что, да, кто-то хочет просто вот пожевать его как жвачку. Еще он полезнее, чем просто мед. То есть он не центрифугирован, он не смешивался с кислородом, с воздухом во время откатки. То есть там не запустились окислительные процессы. И плюс вот эти все поверхности пчелы покрывают антисептиком. То есть вот этот вот слой запечатанной ячейки, заброс он сам по себе полезен. Для зубов, там, для желудка. Ну и воск сам. Да, и воск. Сам пчелиный воск. Ну вот мы собрали мед. Я все-таки не удержусь, я попробую еще один сорт. Конечно, Татьяна, все для вас. Хотелось бы узнать, кто-то собирает, кто-то закупает мед, кто-то литрами привык закупать на зиму. И как же его хранить, этот мед? Есть ли какие-то особенности хранения меда? Ну, в первую очередь, он должен быть зрелым, чтобы он хорошо хранился. Но вот это вот зрелый мед? Да, он весь зрелый. Должен быть вызревший мед, то есть в нем должно быть содержание влаги небольшое. То есть пчелу ее уже выпарили, он созрел, это можно проверить, вот ложечка, если поднимете, будет стекать и будет столбик вставать. Вот если, да, если столбик стоит, то он уже зрелый, он не растекается, как вода. Опять же, признак зрелости, если мед закристаллизовался равномерно, не расслоился, вот он равномерным монолитом застыл. В первую очередь должен быть зрелым. Второе, он должен быть плотно закрыт, герметично, потому что он впитывает запахи, влагу. Ну и содержаться в температуре не более 20 градусов, плюс 20. Как пишут, оптимальное от минус 5 до плюс 20 градусов. Но не ставить в холодильник. Да. Если вы не хотите кушать мед с запахом рыбки или курочки, ну, то либо в холодильник не ставьте. Мед еще и быстро впитывается в запахи. Он и влагу быстро впитывает, и запахи. Поэтому нужно, чтобы он был герметично закрыт. И в темном месте, чтобы не разрушались его полезные вещества. И при правильном хранении сохраняет свои свойства не один год. Еще есть свидетельство, что находили меда, которым там много столетий, и они свои свойства сохранили и пользу. То есть это все чистая правда? Да. То есть может стоять очень долго? Ну да, он будет пригоден в пищу. Даже пригодные в пищу признавали мед, который вот находили в Египте. В пирамидах. Но это уже сладкий продукт. Скажите, а сколько же меда можно съесть? Есть ли ограничения в его употреблении? Как старинная пословица гласит, хорош мед, но не по две ложки в рот. Поэтому, конечно, от организма зависит, у кого как он воспринимается хорошо. Но то, что пишут в литературе, до 200 грамм за сутки. То есть не однократно, а в несколько приемов. То есть можно, плохо не станет, если нет аллергии, не страдает человек. Да, да, если здоровье позволяет, и организм его хорошо воспринимает. То есть у меня есть знакомые, которые там могут и банку съесть. Им от этого хорошо ничего. Это индивидуальная особенность. Да, от каждого, от организма это будет зависеть. Вот Арсений Федорович предлагал вместо сахара. Я думаю, кстати, очень даже полезно. Вместо сахара это его полезнее. Лучше употреблять, здесь же находятся простые сахара. То есть вашему организму не надо это расщеплять. Здесь нет лишних примесей всех. Ну, сразу усваивается. То есть вы сахар не употребляете? Ну, практически нет. Практически нет. Ну, так в этих, в изделиях каких-то. Понятно, да, да, да. Достаточно часто встречаются случаи, и я уверен, что те зрители, которые смотрят наш сегодняшний добрый вечер, задаются вопросом, поэтому я, наверное, услышу их и задам вопрос прямо сейчас. Бывают такие случаи, когда с медом что-то не то. Возможно ли как-то исправить мед? Может, как-то его переварить или переработать? Как спасти мед, если вдруг что-то с ним случилось? И что может с ним случиться? Ну, может быть, неправильное хранение или да, еще при что-то? Неправильном хранении он может забродить. То есть начнется процесс брожения, он будет терять свои свойства, естественно. Ну и впоследствии испортится.
Это вы можете его только использовать куда-то по кулинарному же назначению. Да, в кондитерские какие-то изделия его пустить. Либо в медовуху. Есть еще один продукт, называется пчелиный хлеб, правильно? Да, это пирога. Да, пирога. Расскажите об этом, что это такое и с чем его едят? Пирога, по сути, это та же самая пыльца, которую пчелы уже занесли в улей, то есть миновав пыльцеловитель, если он есть, либо он не установлен. Они его размягчают, пыльцу смешивают ее с ферментами, с медом, и как бы получается, происходит молочно-кислое брожение в ячейках, и она консервируется. То есть таким образом они заготавливают ее себе впрок, чтобы впоследствии кормить им расплод и потреблять самим. Польза в ней такая же, как и в пыльце, но немножко она посильнее за счет того, что она уже смешана с медом и с пчелиными ферментами. Поэтому как бы назначение такое же, как и у пыльцы, ну, немножко это такой продукт более полезный будет даже, чем пыльца. Усвояемость его гораздо выше. Да, и он теряет свои аллергенные свойства вот в процессе этого молочного кислообразования. Если пыльца – аллергенный продукт, не всем она подходит, то пирога пишут, что даже детям маленьким. То есть я своим даю. А вот как пиргу кушать? Вот я знаю, что пиргу добавляют в мед. Мед с пиргой продают, так? А просто ее можно употреблять? Да, ее, ну, учитывая то, что продается она тоже небольшими количествами, расход, я так понимаю, крайне маленький. Попробуйте, она более терпкая. Да, она больше похожа, чтобы... по вкусу на курагу больше похожа, такая с кислинкой немножко. Дозировка немножко меньше, где-то примерно для взрослого это будет пол чайной ложки в сутки. Потому что ее усвояемость гораздо выше, то есть не надо организму расщеплять пыльцевые зерна. Да, а оболочку пыльцевых зерен, все знают, ботаники очень устойчивая. Лучше натощак употреблять, натощак, рассасывая именно во рту, чтобы она больше усваивалась. Ну вот и сколько таких курсов? Курсами это как-то принимается или можно в течение жизни? Регулярно принимается. Регулярно пишут, что где-то примерно в течение 4 недель можно там с перерывами в 10 дней. Еще один продукт, о котором много сказано, его много где применяют, в тех же шампунях, каких-то косметических средствах, это прополис. Давайте же раскроем небольшие тайны, что же скрывает в себе вот это слово, как он выглядит и для чего применяется. Да, это пчелиный клей, также он считается самым сильнейшим природным антисептиком. Собирается он с помощью, вот есть такие специальные решеточки. Перга и прополис, в чем их принципиальная разница? Ну, это разные вещи. Перга это вырабатывает, пчелы производят из пыльцы, а прополис это они собирают с почек, с растений, смешивают с своими ферментами определенными, извне приносят. Собирается он с помощью вот таких вот решеточек, они ставятся сверху рамок, пчелы не любят, чтобы у них был сквозняк сверху, они это все дело заклеивают прополисом. Mm-hmm. Также можно... Слушай, какие все-таки грамотные и умные. Никаких сквозняков. Если, ну, чтобы ничего не выдувало. Также они, как и клей, его используют. Приклеивают им рамочки, чтобы они там не сдвинулись. То есть, по сути, это как клей для них. Тогда можно соскапливать обычной стамеской с рамок. То есть это такой специальный инструмент? Да, рабочий, которым... пчеловодческий. Ну, это хорошо. А мы как его можем применить, прополис? Мы его применяем в основном в качестве мази, в качестве настоек спиртовых в чистом виде. Если болит горло, достаточно его пожевать там, несколько раз в день, и оно проходит. Ангину можно вылечить, полоская рот в течение дня. Буквально второй день уже сразу облегчение происходит. Ну, вот здесь, кстати, надо учесть, что аллергия. Да, но во-первых, там очень много элементов, включая и пыльцевые зерна, и яд пчелиный там может попадаться. То есть, когда работаете с пчелой, бывает, пчелки попадают, там раздавливаются. Также она собирается с различных растений. Там присутствует и смолы, и деготь. То есть, поэтому надо с осторожностью. Но это очень эффективно. Она как и обезболивающее работает средство. И радозаживляющий эффект имеет. Ну, медицина, хорошо, по-моему, очень широко использует прополис. Да. В лекарствах, каких-то настойках. Есть еще один продукт меда, это маточное пчеловодство, прошу прощения, маточное молоко. Вокруг него тоже очень много разговоров и о ценности, и о стоимости. Ну, его можно назвать, как бы, наверное, одним из самых ценных продуктов пчеловодства. И самых дорогих. Да, и самых дорогих. Маточное молочко производят молодые пчелы, то есть они на начальных стадиях развития личинки выкармливают своих личинок, там буквально первые 3 дня. А матку они выкармливают этим маточным молочком в течение всего периода ее развития. Поэтому как бы из такого же яйца, как обычная пчела, получается такое вот суперсущество, которое живет много лет, производит потомство в огромных количествах. Поэтому оно для человека оно выступает как очень сильный биостимулятор всех жизненных процессов. Ну, сложность с маточным молочком в том плане, что его очень сложно сохранить.
Его буквально сразу после излечения необходимо. Если это в условиях пасеки, то это нужно смешивать с медом и убирать в холодное место. Поэтому вот сложность в хранении. Ну, а есть какие-то способы консервации, заморозки? Заморозка. Да, заморозка. Глубокая, либо сублимированная. Да, либо же это в условиях какого-то фармакологического производства. Его просто обезвоживают, и тогда он не теряет свои свойства, очень долго может храниться. Натурпродукт – это хорошо, но достаточно часто и на прилавках можно встретить такой продукт, как искусственный мед. Расскажите, что же это такое? Переработанный сахар. Искусственный расщепленный сахар. То есть пчелы не имеют к нему никакого отношения? Кроме того, у нас еще фальсификат такой периодически пытаются вывозить. Есть заводы в том же Китае. По некоторым штукам есть заводы уже и в России такие. Там, где пчела не участвует в производстве ни меда, ни маточного молочка. То есть на внешний вид мы не сможем определить. Если это не написано, что это искусственный мед, вполне возможно, человек может купить это. Да, хорошо. Сложно. А если мы пришли домой и вот нюхаем, может быть, он сильно и медом не пахнет, либо наоборот, если там искусственные какие-то смеси есть, именно ароматизаторы. Что нам сделать? Как вот понять, что все-таки это натуральный? Может быть, там как-то можно с водой смешать? Может быть, искусственный мед полностью? Или потребуется у продавца сертификат? Нет, потребуется у продавца протокол испытаний. То есть выдается протокол испытаний на партию меда, где проверяются органолептические требования, а водность меда, диастазное число. Также там может быть проверка и на антибиотики. Ну, спектр там довольно большой. Руслан, я вот все смотрю на этот большой кирпич. Да. Назовем его так. Кирпич восковой, из воска кирпич, настоящий воск, я так понимаю. Воск, который производит пчелы. Как он получается? Ну, воск производят пчелы в молодом возрасте, у них есть специальные железы восковые. Они его вырабатывают, у них вырабатывается, из него уже впоследствии строят соты. Соты эти переплавляются, и получается, то есть любую форму можно им придать, вылить. Применяется он в основном в фармацевтической промышленности и в косметологии. Делаются различные мази, ну, то есть для тела. Ну вот, чтобы вот такой кирпич добыть, это сколько из чего пчел? Он, да. Пчелы да. маленькие, сколько кирпич труда? Большой. Достаточно сколько много труда? Нужно сотов переплавить, чтобы получился такой кирпич, потому что сами соты очень мало весят. Либо же это выплавляется из забруса, вот эти восковые крышечки, которые запечатываются рамки. Когда мед откатывается, они срезаются, ну, потом можно выплавлять из него тоже воск. То есть у вас практически в фермерском хозяйстве получается целое производство. И по производству воска, да, то есть оно... и пыльцы, и перги, и перга, и маточное мед. Молоко, и различных видов меда. Хочется спросить еще вот о ядовитом меде. Я нашла такой исторический факт. Впервые массовое отравление медом описал древнегреческий полководец и писатель Ксенофон в своем сочинении «Анабасис Кира». В частности, там пишется, он описывает эпизод, когда воины, поев в Колхиде меда, заболели. То есть попадали, целые сутки лежали. Приходилось ли сталкиваться вот с таким явлением, как ядовитый мед? Или не мед, это совершенно виноват в этом историческом факте? Нет, это мед, но есть у нас таких растения, растений да. То есть у нас, слава богу, такого нет. Таких случаев не было, но все возможно. То есть это все зависит именно от растений? Да, то есть если ядовитых, и количество присутствия этого растения в данном меде в процентном отношении. То есть жителям Гомельской области волноваться не стоит? По у нас ядовитого меда нет? Не стоит. Ядовитые растения в таком количестве не растут? Ну, вересковый мед, его тоже там вот много, если съесть, там да, могут иметь такие последствия. Ну, не то, что отравление, но дискомфорт может быть какой-нибудь. Мы сегодня поговорили обо всем, и о производстве меда, и посмотрели продукцию пчеловодства. Более того, узнали многие исторические факты и ну, некоторые моменты в производстве меда, и не только, о которых, например, я лично не догадывался. Я не знала. Но хотелось бы еще и обозначить перспективы развития меда и пчелопроизводства, наверное, можно так выразиться, да? Пчеловодство. Пчеловодство. Например, на обозримое будущее. Развиваться-то надо, направление, оно очень востребовано будет всегда, потому как повышается урожай. Гречки повышается урожай в 4 раза, также и рапса, повышено при опылении пчелой. У нас есть три пасеки, которые работают исключительно на опыление огурца, это в наших тепличных хозяйствах. То есть пчелки там трудятся только для того, чтобы опылить, мы получали огурец ранней весной, зимой. Вот, без них этого не было.
То есть кушали мы огурцы не те, которые не такие вкусные. Ну и вкусовые качества повышаются, когда происходит опыление именно пчелы продуктов. Сады опыляются. То есть сады, если не опылять их, пчела не будет опылять, то яблок не будет, соответственно. Спасибо большое за интересную беседу, интересные факты, которые мы и наши зрители сегодня узнали про мед и то, что из меда можно произвести благодаря нашим маленьким друзьям-помощникам, пчелам. Я думаю, что неоднократно мы еще встретимся в этой студии и узнаем еще больше интересных вестей о меде. Спасибо, что были у нас. Далее в программе, уважаемые друзья, у нас будут гости, которые также расскажут о том, как употреблять мед, чтобы быть молодыми и красивыми. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. С огромным удовольствием представляем наших следующих гостей. Визажист-косметолог, лейшмейкер Нина Луценко. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, дорогие телезрители. И мастер холистического массажа Иван Пономаренко. Иван, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, затронули мы такую тему меда, и дошла очередь поговорить о меде с эстетической, наверное, можно так сказать, точки зрения. Нина, вот что собой представляет современная косметология? Ведь это не только декоративная косметика и какие-то наружные средства. Современная косметология – это не только крем, маска, скраб. Нет. Сейчас широко используется аппаратная косметология, лазер, а также инъекции. Инъекции гиалуроновой кислоты, ботокса. Сейчас мы не будем говорить об этом широко. Значит, еще, конечно же, мезотерапия, которая борется с возрастными изменениями кожи. Ну и здоровый образ жизни – это прежде всего, конечно же, мы должны обязательно не только внешне себя украшать, как вы сказали, Александр, мы должны обязательно правильно питаться, мы должны заниматься физическими упражнениями. Это обязательно. У нас должно быть, как я уже сказала, рациональное питание, витамины. Обязательно же экология. Большую роль играет экология в современной косметологии. Ну и, конечно же, здоровый образ жизни, да. Тут можно вам откровенный вопрос, и хотелось бы услышать откровенный ответ. Скажите, а вы сами используете, кроме профессиональных линий, какие-то натуральные косметические средства? Конечно. Может быть, те, которые готовите сами? Да, конечно. Можете поделиться секретом, что да, это? Да, натуральную косметику. То есть натуральная косметика, которая нам предлагает производитель, она должна быть высокого качества, скажем так. Иногда некоторые продукты вызывают сомнения, все же я хочу сказать. Поэтому она должна быть высокого качества, она должна правильно сочетаться, профессиональное сочетание каких-то ингредиентов. Обязательно должна быть экологична. Но я сейчас призываю всех в летний сезон, в летний период времени. Сейчас у кого есть дачные участки, можно натуральную косметику, все, что у нас прямо с грядок собрать, да, правильно, можно ее. Все, что у нас растет на грядках, там, скажем, фрукты, ягоды, даже овощи. Все очень просто. Смешивается там, скажем, ягода, перетирается в кашицу, смешивается с творогом, на очищенную кожу обязательно, на лицо. Прекрасный результат. Скажем, смешивается с медом какие-то продукты. Ну, там есть, конечно же, надо знать сочетание продуктов. Если у кого-то жирная кожа, значит, мы используем белок с какими-то продуктами, скажем, с ягодами, с фруктами. Если у кого-то сухая кожа, мы используем желток. Это Но это если сочетать. Брать мед, то да. Мед с чем порекомендуете смешивать и как вообще пользоваться? Мед. Да. Мед – это о полезных свойствах меда знают даже дети, я хочу сказать. Это продукт, который настолько богат витаминами и микроэлементами. Он, у него еще, конечно, самое главное – бактерицидное свойство, которое нам дают возможность широко использовать в медицине, в косметологии, очень широко используется. Мед – это вообще панацея
от всех болезней, почти от всех болезней. Поэтому его очень широко используют во всех областях косметологии и медицины. Другое дело, что кому-то мед нравится, кому-то не нравится. Это уже дело следующее. Но... Может быть, даже у кого-то аллергия на мед. Да, согласна. Здесь надо подходить, наверное, с врачом, какие-то консультации. Конечно, аллергия на мед, она бывает. И тогда ни в коем случае мы не наносим ни на лицо, мы не наносим, не принимаем внутрь. Единственное, вот мед акации, белой акации, он менее аллергенен, но он все равно аллергенный мед. Поэтому его можно с осторожностью немножечко применять и внутрь, и, ну, опять-таки, с осторожностью. Ну, я думаю, что тему аллергии оставим на потом. Все-таки мы сегодня рассматриваем полезности меда со всех его сторон. Вань, хотелось бы вот затронуть тему массажа. Мы уже сегодня упомянули, что массаж также является одним из элементов того, чтобы всегда выглядеть в тонусе и хорошо. Но и массаж известен как древнейшее искусство. Насчитывается сотни, может быть, и тысячи разновидностей массажа. Вот. Но не только же масла различные используются в массаже. Как массажисты относятся к использованию меда? Массажисты относятся вполне положительно к использованию меда. Мед – это... Можно выделить медовый массаж как отдельный какой-то массаж по своим направленностям. Допустим, либо это лечебная направленность, либо это профилактика каких-то заболеваний. Очень хорошо. Это вот кашли, бронхиты, грудная клетка. Косметологические процедуры, такие как обертывание. И, скажем так, ну, непосредственно сам массаж как лечебная и профилактическая процедура. Ну, вот смотри, то, что касается использования масла, все-таки это для того, чтобы и, скажем так, для комфорта сеанса массажа. Мед, он абсолютно другой по консистенции, не такой, как масло. Все-таки какое воздействие вот на кожу он оказывает? Какого эффекта мы хотим достичь, используя эту процедуру? Эффект будет даже после первой процедуры. Скажем так, надо уточнить, процедура сама медового массажа, она сильно очень воздействует на организм и длится буквально минут 10-15 по конкретным сегментам, будь то спина, позвоночник, ноги, руки. То есть на все тело тоже его использовать нельзя? Нежелательно в один сеанс включать массаж всего тела. Ну, по-моему, этот массаж, он такой достаточно болевой по ощущениям. Болезненно, да, все-таки болезненно. Это не масло использовать. И у некоторых остаются даже, ну, я не скажу синяки, но что-то вот такое на коже есть неприятные какие-то такие моменты. Это один из таких мифов, которые... Вот принято говорить, я была на массаже, и было очень больно. Если не было больно, не осталось каких-то последствий, значит, это был не массаж. На самом деле, эта процедура довольно-таки приятная. Она выполняется на определенных участках тела. И вот до того момента, когда наступает такое легкое покалывание в той области, где она выполняется. После этого не надо переходить на жесткие моменты, когда, ну, реально больно становится. После этого могут возникнуть какие-то последствия, ломкость сосудов, либо, ну, следы, маленькие синячки. Поэтому нужен определенный правильный подход. И эта процедура понравится абсолютно всем, и все будут счастливы и довольны. Нина, вопрос у меня к вам. То, что касается использования меда на лице. Все-таки все косметологи, все визажисты говорят, что на лице особо уязвимые и деликатные участки кожи. Мед, как мы выяснили, он достаточно агрессивен. Как все-таки применять мед, скажем так, в косметических целях? Порой засахаренный мед может отпугнуть. Его нужно, конечно, из засахаренного меда превратить в жидкий. Как мы это делаем? Каким способом? У нас водичка где-то нагрелась до 60 градусов. Мы туда поставили чашу с ложечкой меда, превратили засахаренный мед в жидкий. И тогда, добавляя основной рецепт, вообще основной рецепт используют все косметологи. Потом скажу, значит, в этот основной рецепт можно добавлять еще какие-то ингредиенты, но основной рецепт – это очень простой жидкий мед. Это мед же мы не перегреваем, мы все помним, потому что если мы мед перегреваем, значит, он теряет все свои целебные качества. Ну, значит, это несмотря на то, что может храниться тысячелетиями. Да, но он хранится при определенной температуре там где-то. Вот, значит, мед мы делаем из засахаренного в жидкий, мы туда добавляем желток и разные
масла. Масла могут быть персиковое, абрикосовое, масло жожоба, льняное масло, оливковое, масел предостаточно, виноградных косточек. И основной рецепт, просто как-то все боятся немножечко, но его можно наносить и на волосы, его можно наносить сразу и на кожу. Эту маску мы наносим, если на лицо, на 15-20 минут, если на кожу головы, обертывая полиэтиленом, это значит на 2 часа. И естественно, это прекрасный результат всегда. Кожа головы, что происходит с кожей головы? Она увлажняется, она, значит, пропадает перхоть, если у кого-то она есть. Восстанавливается рост волос. А волосы становятся блестящими, пышными. А что происходит с кожей? Он выступает скрабом одновременно. Это самый такой целебный продукт, когда он одновременно, не надо нам скрабировать порой кожу, потому что правильное очищение кожи как мы делаем? Мы вначале умываемся, естественно, скрабируем кожу по массажным линиям от центра к периферии. У нас массажные линии, не забывайте, уважаемые телезрители. Значит, скрабируем кожу, потом мы наносим масочку, после масочки мы тонизируем кожу и умываемся, наносим ночной крем. Это наш основной уход. Когда мы используем мед, значит, мы процесс скрабирования мы можем смело пропускать. Почему? Потому что мед, мало того, что он глубоко увлажняет кожу, он тут же очищает кожу, он также питает кожу и отбеливает кожу. У кого сильная пигментация, гиперпигментация, тут основной вот мед – это спасение. Просто порой мы ленимся и не делаем эти масочки в домашних условиях, а прибегаем к косметологам. Не только из-за лени, может быть, из-за незнания просто мы не используем мед. Может быть, забыли, видимо. Но я это знала с раннего возраста, сейчас. Честно. Я вот как-то настолько узнала это еще. Наверное, в классе 5 я сидела и переписывала эти маски. Мне было интересно. До сих пор у меня сохранилась книжечка. Моим детским почерком вот было написано вот эти все маски. Я порой открываю и смотрю. Так мне было интересно. Какая-то есть экспресс-маска? Вот кому бы вы посоветовали? Да. Вот так значит, вот, быстро? Значит, еще расскажу главную маску. Главная маска Клеопатры. И она была основной, и она ее очень любила. Значит, маску, которую она добавляла белую глину, она добавляла сметану. В тех условиях, где она жила, значит, ей нужно было отбеливание кожи. И эта маска очень эффективно работала. Еще раз, белая глина, сметана, лимонный сок и мед. Она наносила на лицо, и тут же происходило так же очищение. Очищение, отбеливание, все сразу, питание. Поэтому спокон веков мед использовался в наших, вот он пришел к нам из древности, и мы сейчас успешно с ним работаем. Вообще не надо заморачиваться. Конечно, там куча всего, что мы добавляем в эти маски. Значит, мед смешивается и с творогом, мед смешивается с разными маслами. Но основная маска очень быстро, это вот, как я сказала, желток. У кого сухая кожа, опять-таки говорю, сухая кожа, желток, у кого жирная кожа, взбитый белок. Эту масочку используют, как я и говорила, для кожи лица и для волос. Прекрасно. Хорошо, есть еще такая часть тела, которая тоже всегда открыта, это руки. Да. Можно ли как-то какие-то маски использовать непосредственно для кисти рук? Бывает порой, вот обветрились губки, ручки. Да, зимой. Бывает же, да? Обветрились. Первое спасение. Это мы берем также разогретый мед. Разогретый. Лучше не надо вот этот вот засахаренный. Он не очень приятно ложится на кожу. И туда добавить немножечко капель масла. Чуть-чуть водички, чтобы была такая консистенция приятная очень. И медом начищенные ручки смазали, одели перчаточки. Утром мы на губки. И вы утром просыпаетесь с новыми ручками. Часто ли можно использовать мед, будь то в косметологии, в масках для лица или в качестве массажа? Ведь процедура, я так понимаю, это не ежедневная, а какой-то определенный период и ограниченное количество раз. Или я не прав? Вань, давай начнем с тебя. Эта процедура довольно-таки сильная, что касается массажа, воздействия на организм, на кровеносную систему, на нервную. Поэтому курс начинается с подготовленного тела. То есть до этого нужно сделать 5-6 процедур непосредственного массажа.
на тот участок тела, на который будет делаться медовый массаж. После этого приступать к медовому массажу. Процедур принято проводить, ну, все, конечно, индивидуально, в зависимости от проблемы и состояния кожи, человека, организма. И, наверное, буквально 5-6 процедур вполне достаточно. Как часто? Не каждый день, через день, либо через 2 дня. Иван, вот есть такое мнение, что во время массажа медом в мышцах там происходят некие процессы, вплоть до того, что выделяется какая-то, вытягивается медом молочно-кислая кислота или что-то вот в этом роде. Если есть, я вдруг не права, поправьте. Ну, наверное, не молочно-кислая кислота, а вытягиваются продукты обмена. Вот в конце массажа, буквально 15-минутного, когда ладонями все делается, посмотреть на руку и на спине клиента, пациента, можно заметить такие желтоватые, возможно, даже серого цвета сгустки. Мед адсорбирует, получается, вот эти все токсины с кожи, вытягивает. И они на поверхности все остаются. Я хочу сказать, в косметологии мед можно использовать 1 раз в неделю. Этого достаточно, медовой масочки у нас. Очень хорошо помогает при облысении. Такая масочка есть, замечательная. Опять же, берем жидкий мед, луковицу, чеснок и в блендере лук и чеснок. Очень неприятный, конечно, запах, но, как уже подтверждает практика, 5-6 таких процедур, смешанных с медом, нанесенных на кожу головы, делается массаж такой, обкутывается пленочкой, 5-6 процедур, и растут новые волосы. Поэтому мед в сочетании с луком, чесноком тоже прекрасная процедура, но она не очень хорошо потом пахнет. Поэтому предлагается ополоснуть волосы каким-то эфирными маслами, естественно, разбавленными с водичкой, или уксусной кислотой, не чистой, а в разбавленном виде. На 1 литр 1 столовая ложка. Вот, еще такой прекрасный рецепт для волос есть. Просто коньяк с медом. Тоже прекрасный. Волосы за счет пропорций коньяк с медом? Увеличивается, да. Мне пропорции интересуют. Чем больше, тем лучше. Значит, пропорции. 1 столовая ложка меда и 2 столовых ложки коньяку. Все смешивается тщательно, втирается обратно такими массажными движениями, втирается в корни волос и проносится по волосам. Укутывается пленочкой, и через 2 часа мы снимаем. Тоже прекрасная процедура, особенно для жирных волос. Потому что для сухих волос мы больше используем желток масла, а для жирных волос вот коньяк и мед. Ну вот рост волос обеспечивается за счет чего? За счет такого вот воздействия, скажем, конечно, ядерного? Конечно, вы знаете, и чеснок, да. И лук? Это замечаю я, вот если я начинаю делать эти маски интенсивно, волосы, конечно, они дают о себе, оно видно, что волос начинает расти. Но когда мы забываем об этом, обо всем, естественно, волос тускнеет. Волосы обижаются на нас, грубо говоря. Вы правы, Александр. Нина, сейчас на улице лето. Не могу воспользоваться возможностью и не спросить, помогает ли мед, например, при солнечных ожогах? Или как защититься с помощью меда от того же ультрафиолета, который является, скажем так, вредным фактором? Мед при солнечных ожогах не применяется, скажем так. Там уже другие средства. А в современных косметических кремах? В современных косметических кремах содержится, да, но не для то, что вы спросили. Не после ожогов, потому что там уже совсем немножко другое. Ну, в любом-то случае, у меда тысячи, а то и сотни тысяч полезных свойств. Вы правы. И остается поблагодарить наших гостей за интересные рецепты, полезную информацию и за то, что этот вечер, часть этого вечера вы провели вместе с нами с полезными советами, интересной информацией. Спасибо большое. Спасибо и вам, что пригласили нас в студию. Спасибо большое. Друзья, завтра будет новый вечер, и он будет обязательно добрым. Заходите на наш сайт ТВР Гомельбай в официальную группу ВКонтакте, читайте новости и оставляйте ваши комментарии. А также ищите нас в Инстаграм и подписывайтесь. А на сегодня это все. Смотрите телеканал Беларусь 4. Любви вам и море позитива.